Ну что ж, дорогие друзья, сегодня замечательный день, а именно 9 октября 2020 года открытие нового отеля, а именно Royal Hotel. И, конечно же, мы сейчас на данный момент зайдем и покажем вам этот прекрасный отель. С вами ваш покорный слуга Тимур Камалов и, конечно же, наша любимая организация «Цветочный дом Сирень». Мы доставляем радость, друзья. Мы доставляем радость. Ну что ж, дорогие друзья, вот уже нас встречают добрые люди. Мы заходим внутрь. Итак, как видите, холл. Очень красивый холл. Royal Hotel. Можете показать. Дорогие друзья, салон. Ресепшн, дорогие друзья. Тут у нас парни работают, молодцы. Итак, мы направляемся туда. Мы направляемся сюда. Итак, как видите, тут номера уже начинаются. Вот 106, 101 и так далее. И у нас есть место, где туристы отдыхают. А где они отдыхают, сейчас я вам покажу. Идемте нам поближе. Вот это прекрасное место. Это где наши замечательные туристы, гости города Самарканда, которые приехали из разных городов, стран, отдыхают вот именно здесь. Вот это место тоже, покажите. Как говорится, Wi-Fi, полный рост, любые программы, не только нашего города Самарканда, но и всего мира. Поэтому мы продолжаем, мы идем дальше. 103. Открываются у нас вот такими прекрасными ключами, а именно ключи карточками. И как бы просто ставите, и он уже открывает. Мы заходим внутрь. Итак, наш, как говорится, замечательный номер. Как видите, специальные номера. У нас есть разные номера. Люкс номер. Есть для одиночных, для семейных. Постель, как видите, место для отдыха, телевизор. Как говорится, у нас есть также уборная, а именно санузел наш. Можете посмотреть, очень прекрасный. Все в хороших тонах, белых цветах, которые поднимают настроение. Все одноразовое, как вы видите, и шампуни, и мыло, и зубные щетки. А здесь, идемте к нам поближе, это у нас, значит, гардероб. Как видите, банные халаты, подушки, тапочки, все есть. Дальше, дорогие друзья, есть специальный сейф, где можно ставить, значит, свои драгоценности. И, конечно, это самое главное, дорогие друзья, это, значит, для верующих, а именно для религиозных, кто читает намаз, есть чойнамаз. Ну, это бар. Как видите, у нас есть мини-холодильник, тут напитки и так далее. Итак, дорогие друзья, у нас, как говорится, вот как видите, телевизоры, все смарт-телевизоры, а именно подключено к интернету, свободно можно смотреть любые фильмы, мультики и так далее. Так что наслаждайтесь, мы поехали дальше. Дорогие друзья, мы вышли из номера, и для спортсменов, кто не любит лифт, есть лестница, но мы поедем на лифте. Как видите, пока что он на третьем этаже, спускается вниз к нам. Так, второй этаж. И вуаля. На третьем, на четвертом. Ага. За границей первый этаж, это Grand Floor. Значит, смотрите, тут такое дело, что за границей это первый этаж считается самый верхний этаж, правильно? Это самый последний этаж, такого чего-то. Первый этаж Grand Floor. Grand Floor, первый этаж. Второй это уже. Второй, третий, четвертый. Значит, третий этаж, по идее, четвертый этаж получается, да? Ну, мы давайте пойдем в ресторан. Мы сейчас поедем в ресторан. Как говорится, видите, тут шикарная атмосфера в лифте. Royal Hall Hotel, турецкий лифт. На турецком написано «отель». «Отель». Понятно. Ну, симпатичный лифтик. Самое главное, тут есть как видите, звонок. Все здесь предусмотрено. Самарканд. Как вы видите, дорогие друзья, сейчас, на данный момент, сейчас проходит ЗАГС, а именно ЗАГС жениха и невесты. Спокойно с ним могут, как говорится,
проводить свои мероприятия. Один из самых лучших диджеев города Самарканда, диджей Джей. Азиз. Ассаламу алейкум. Aziz Can Muhtagi, insanım iş noktako. Kanka kasına bakalım. Kanka kasına bakalım. Работаете профессионал, дорогие друзья. Халилов Продакшн, Флай Синема. Сейчас найдем. Итак. Дорогие друзья, вы видите Royal Terrace. Здесь на данный момент еще не готово, но пока что здесь будут, значит, ресторан, а именно на природе. Здесь будут стульчики, здесь будут разные живая музыка и так далее. Это все здесь. Это все здесь. А видите, здесь на крыше сейчас находимся, на крыше этого здания. Весь Самарканд виден. Очень красивый город наш Самарканд. Мы любим его. Дорогие друзья, если вдруг вы окажетесь в Самарканде, смело приходите в Royal Hotel, где вы можете насладиться замечательной природой города Самарканда с отличным обслуживанием и, конечно же, вкусной кухней. Мы не прощаемся, еще новые вещи мы вам покажем немного попозже. А так что, дорогие друзья, можете посмотреть на ЗАГС, там ведут ЗАГС. Ну, будет интересно. Да, мои наши подписчики, мы сейчас находимся в центре города Самарканда, а именно в отеле, новом отеле Royal Hotel. Как видите, мы сейчас на последнем этаже, а именно Royal Terrace, а именно здесь у нас банкетный зал, где вы можете провести свои мероприятия, свадьбы, ЗАГС-пати, юбилеи и так далее. Давайте я вам покажу место. Заходим сюда. Приходите, и мы, как говорится, сделаем ваш праздник, не забываем. Royal Hotel.